Инцидент произошел днем 10 ноября прошлого года. Ирина Даниленко вместе с супругом распивала спиртные напитки в своей квартире по адресу улица Микрорайон. В ходе застолья между Даниленко и мужем произошла ссора. Женщина схватила нож и нанесла мужу один удар в брюшную полость. В результате потасовки мужчина скончался на месте. Суд первой инстанции приговорил Даниленко к 8 годам лишения свободы. С учетом позиции прокурора, который участвовал в рассмотрении дела, суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения. Апелляционные жалобы адвоката и Даниленко остались без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.